Всем привет! Хотя в прошлых выпусках этой передачи и в жизни меня часто можно увидеть в футболке с персонажами Marvel Comics, я не поклонник ни Marvel Comics, ни комиксов вообще, а из всех героев серии X-Men по имени знаю только Вулверайна. Сегодня я не сижу в футболке Marvel Comics, потому что в квартире очень холодно. Между тем, игра, о которой я сегодня расскажу, одна из моих самых любимых, хотя это ощущение осталось скорее от впечатления, сложившегося в 90-е годы. Как я уже говорил, тогда у меня не было своей Сеги, я играл на ней или у двоюродного брата Саши, или у товарищей из соседнего дома, Серого. Либо иногда брал на время приставку кого-то из них. Кажется, в то время в Киеве никто особо не знал, что такое Marvel Comics и серия X-Men. Но для Sega нам попались в руки две игры про них. Это Wolverine Adamantium Rage и X-Men 2 Clone Wars. Обе мне запомнились своей музыкой, а X-Men 2 особо. Я даже записал ее оттуда на кассету, подключив к телевизору магнитофон через разъем УНИВ. Таким макаром я записал музыку из еще одной игры Vector Man, первой или второй части. А сейчас музыку из X-Men 2 Clone Wars я таскаю с собой в мобильнике и тоже слушаю. Думаю, музыка половина того положительного, что есть в этой игре. В титрах в конце композиторами значится Neuromantic Productions. И в 90-х я считал, что есть такая музыкальная группа, и искал ее на кассетах. Лишь позже я узнал, что это объединение композиторов и звуковиков, работавших над звуком и музыкой к играм для Sega с 92 по 95 годы. Однако человека, создавшего музыку именно к X-Men 2 Clone Wars, зовут Курт Харланд. Это фронтмен группы Information Society и композитор серии игр Legacy of Kain. Хотя Information Society играют электронную музыку, она в другом стиле, чем звуковая агрессивная дорожка к X-Men 2, написанная в духе утяжеленного олдскульного сайтранса. Это самая классная музыка для Sega, которую я слышал. Я попытался разыскать какие-нибудь сведения, как же Харланд написал ее. Конечно, было ясно, что он выжил максимум из встроенного в Sega синтезаторного чипа Yamaha YM6208. Этот чип использовался также в сеговских аркадных автоматах. Вот что рассказывал сам Харланд о создании музыки к X-Men 2. В июле 1994-го Марк Миллер, который позже стал главой музыкального отдела в Sega, попросил меня написать музыку для нового картриджа про X-Men для Genesis под названием X-Men 2 The Bi-Wars. Это была разработка Head Games из Сан-Франциско. Проект выглядел удивительным. Меня снабдили 2-дюймовой толщины томом спецификации игры, и я немедленно вооружился им и толстым, только что купленным сборником комиксов про X-Men. Я прочел внимательно оба. До того я никогда не был особо знаком с миром X-Men и быстро попал в ловушку. Захотелось прочитать каждый выпущенный комикс про X-Men, чтобы полностью понять сюжет. Особенно мне понравилась многоперсонажность игры, и я с помощью Марка сделал набор композиций, которые бы отличались в зависимости от того, каким персонажем вы играете. Это проявляется в дорожках Climbing the Temple и Factory Floor. Я включил основные мелодии для трех разных персонажей в каждую. На этом завершаю цитировать Харланда. Музыка из игры в 1996 году вышла на американском лейбле Laserlight Digital на CD в серии Sega Tunes под названием Kurt Harland X-Men 2 Clone Wars. Музыка для игры писалась в редакторе Jams для системы MS-DOS. Редактор был разработан в недрах Sega of America братьями Марком и Джонатаном Миллерами, а также Бартом Слоаном и
Крисом Григом. Джемс позволял создавать синтезаторные тембры, загружать сэмплы и выводить проект в виде ассемблерного кода. Джемс умел работать с 8-битными сэмплами, FM-синтезатором встроенного в Сегу ямаховского чипа и процессором Z80, отвечающим в Сеге за звук и задействованным как основной процессор в режиме работы Sega Genesis, как Sega Master System, что возможно при использовании картриджа переходника. Ведь каждая Sega Genesis Mega Drive — это одновременно Sega Master System. Джемс также служил вроде посредника между MIDI-секвенсером или клавиатурой и звуковым железом игровой приставки. Джемс был связан с запущенной на приставке игрой столь тесно, что можно было в реальном времени настраивать, например, звук прыжка персонажа. Джемс также позволял осуществить привязку внутриигровых событий к смене мелодии. Например, не просто появился босс, играем другую музыку, но и, допустим, когда на экране столько-то врагов, меняем темп. При помощи Джемс была создана озвучка 186 игр, разработанных в Штатах и Европе. Японцы же делали звук в другом софте. Список игр с использованием Джемс слишком велик, чтобы перечислять все игры, назову лишь некоторые: Pocahontas, Page Master, Another World, обе части Vector Man, Червяк Джим, Aladdin, Duke Nukem, Dune. Но довольно о музыке, теперь о самой разработке игры. Занималась ею компания Head Games, в отличие от первой части X-Men, которую разрабатывали Western Technologies. Head Games была основана в 1993 году программистами Дэном Розенфелдом, Джонатаном Миллером и художником Стивом Россом. Росс перед этим работал над игрой Чакан и первой частью X-Men. Джонатан Миллер также участвовал во множестве связанных с Сегой проектов, как и его брат Марк. До того, как взяться за Clone Works, Head Games уже заявили о себе бродилкой Pink Goes to Hollywood и продолжением Тасмании Escape from Mars Starring Taz. Sega выделила разработчикам бюджет почти полмиллиона долларов, что на те времена вдвое превышало бюджет обычной игры. Head Games расширили штат сотрудников, пригласив программистку Мэйлин Вонг и дизайнера Джоша Гордона. К игре подключился также Уильям Новак, бывший звуковой продюсер и ветеран Сан-Франциско панк-сцены конца 70-х. После своей панк деятельности он ушел в компьютерную музыку. Новак, кроме того, увлекался программированием и вскоре нашел себя в звуковом программировании. Вместе с Эдом Забристом Новак основал студию разработки Zono Incorporated, которую Head Games и наняла для создания дизайна Clone Wars. Дизайн игры – это о чем игра, какие в ней персонажи, что они могут делать и так далее. После обсуждения с Розенфелдом, Миллером и представителем Sega, продюсером Эдом Анунзиатой, Новак засел за работу над дизайном, пока Head Games доделывали Escape from Mars Протаза. Работа заняла у Новака 4 месяца, и по сути большая часть того, что мы видим в Clone Wars, это задумки Новака. В ходе работы Новаку пришлось постоянно общаться с Marvel Comics, которые жестко следили за тем, чтобы игровой мир стыковался с их нарисованным. Из-за занятости Новака Head Games наняли упомянутого ранее мной Гордона, чтобы подменить Новака на последние 10 дней работы над дизайном. А также Гордон остался после этого как консультант по дизайну и сделал карты нескольких уровней. Окончательный дизайн игры объемом более 200 страниц был готов к ноябрю 1993 года и был принят Head Games и, наконец, Марвелом. Впрочем, у Marvel Comics возникло одно возражение. Изначально на уровне Sentinel Factory игрок, для примера Новак использовал Wolverine, находясь в чреве огромного робота, пробивает пол, чтобы попасть в следующий уровень.
Marvel прислали Новак краткое сообщение по факсу. Wolverine не может покидать Sentinel через его задницу. Поэтому Новак переделал дизайн, и герой должен был выходить уже через рот. Движок игры корнями уходит в Spider-Man vs. The Kingpin, затем в Тасманию, потом в Escape from Mars, а также более чем вероятно в Чакан. В Чакане вообще сошлись почти те же люди, что в Spider-Man и Clone Wars. Это и художник Росс, супруга, и братья Миллеры, и исполнительный продюсер Аннунзиата. Sega в лице последнего хотела, чтобы Clone Wars была сложной в прохождении и без выкрутасов, как в первой части X-Men, где игроку, чтобы пройти один из уровней, надо было нажать на приставке кнопку Reset. Аннунзиате же принадлежит идея, чтобы игра начиналась не с заставки, а со снежного уровня про Сибирь. При этом Аннунзиате пришлось убеждать Сегу и Марвел согласиться на это, потому что игра не начинается ни с традиционной заставки Сеги с ее логотипом, ни с марвеловского копирайта. Разработка игры затянулась. Вместо 5 человек над ней трудилось 15, и чтобы уложиться в график, разработчики спали прямо в офисе. Clone Wars стали для Head Games последним проектом, истощив сотрудников морально и физически. Так что вскоре Миллер, Росс и Розенфелд продали Head Games компании Cap Software и разбежались. Хотя имя Новака осталось в титрах, его не упомянули в буклете к игре. Основного дизайнера и не упомянули, как и компанию Zone. Взамен Аннунзиата и другой продюсер игры, Паттерсон, предложили разозленному Новаку 4-страничное интервью в майском выпуске журнала Sega Visions за 1995 год и прислали ему 2 коробки с играми от Sega и плюшевыми игрушками. «Играйся, Новак!» Ну давайте наконец посмотрим на X-Men 2 Clone Wars. Игра начинается сразу в снежной Сибири. Вам дается выбранный случайным образом персонаж. Только пройдя этот уровень, вы увидите заставку и сможете выбрать, кем играть дальше. Выбор персонажа предлагается перед каждым уровнем. Разные герои, X-мены, имеют разные способности. Одни обладают могучим ударом, другие могут стрелять, некоторые лазают по стенам и потолкам. Волверайн единственный, у кого восстанавливаются пункты жизни. Поэтому Волверайн в этой игре один из лучших персонажей. Медленно, но верно, с его помощью вы можете пройти любой уровень. Кстати, игра поддерживает режим 2 игроков. Завязка сюжета такова, как следует из дальнейшей заставки, техноорганические существа, известные как фаланксы, вернулись. Вот эти ниндзя, с которыми вы сражаетесь на, надо полагать, типичной сибирской местности, это клоны фаланксов. Фаланксы наводнили и другие местности, куда X-мены вскоре отправятся для борьбы. К X-менам примкнул даже извечный их враг Магнето. Сообща, они должны победить фаланксов. Кроме отличной музыки, в глаза сразу бросается наблюдаемая величина персонажей. Все крупное. Второй уровень называется Sentinel Complex, комплекс Стража. Большая часть уровня под стать ему, разделяя общую техно-тему, а поскольку составляющие каждой местности весьма похожи, на больших подуровнях легко заблудиться, если прохождение подразумевает не тупое продвижение вперед, а долгое лазание по всей игровой области или бег на время. Я плохо запоминаю пути в лабиринтах. Например, когда мы с братом играли в Чужие 3 на NES, то все лабиринты проходил брат, а я валил боссов. По жанру X-Men 2 чистая прогилка, разве что врагам нельзя прыгать на головы. Наиболее сильные в ударе персонажи, такие как Чувиха с мечом и Чувак с шестом, обделены в лазании по стенам и не могут, например, добраться до некоторых пополнялок. Мне могло показаться, но
Структура некоторых уровней меняется в зависимости от выбранного персонажа. Музыки это касается однозначно, а вот насчет карт уровней не уверен, но возможно. На многих уровнях проявляется несбалансированность игры, когда враги сплошь умеют стрелять, а вы пытаетесь пройти уровень рукопашным персонажем. Великолепную графику несколько портит прямоугольность поверхности. Здесь нет диагоналей и ломаных линий. Головоломки сводятся к переключателям и особо не напрягают, кроме последних уровней. Поначалу вы обращаете внимание только на классную графику и возрастающую сложность. Лишенная какой-либо системы паролей игра, состоящая из здоровенных уровней, хотя и не хардкорно, но достаточно сложна. Схватки с боссами зачастую требуют смекалки, причем перехитрить игру не удастся. Например, летающий Магнето, хоть и умеет висеть в воздухе, босс все равно добирается до него. А если чувиха с мечом может повиснуть на стене вне досягаемости другого босса, то сама она оттуда до него не дотянется. Словом, придется побегать и попрыгать. Несмотря на преобладающий техно-стиль игры, есть вполне природные местности, более простые из-за разнообразия обстановки или не совсем природные, но по крайней мере вы вырываетесь из этих пусть красивых, но скучных заводских коридоров. Некоторые уровни содержат отсылки к другим играм, к тому же чекану. В самых последних уровнях разработчики уже переборщили со сложностью. Лично я проходил их, кроме финала, Вулверайном, чтобы пополнялась жизнь. Заключительный уровень – это издевательство какое-то. Сначала против вас кидают самого сложного в игре босса. Он уязвим только на короткое время, когда обнажает свой мозг после того, как время от времени долбит стену. Все остальное время он долбит вас. Если вы победите его, то в огромном лабиринте вас ждет встреча с 6 другими боссами, клонами самих X-менов. Причем пополнялки жизни сосредоточены только в одном помещении. Предполагается, что вы будете наведываться туда после сражения с очередным боссом. Благо, они много легче, чем то чудовище в начале уровня. Что из придуманного Новаком не вошло в окончательную версию игры? Уровень 3, разделенный на 3 части, должен был происходить внутри транспортного энергетического луча, эдакого тоннеля, по которому игроку предстояло спускаться. По пути X-мены встречали бы образы самих себя, какими они были в 60-е годы. А в конце ожидал босс, мистер Синистер, злодей из вселенной Марвел с карточной мастью бубны на лбу и груди. Третью, так и не вышедшую часть X-Men должна была делать студия Blue Sky Software. И Новак задумал, что во второй части, в Clone Wars, игроки будут получать пароли, которые потом можно будет вводить в третьей части, чтобы получить в ней доступ к определенным дополнительным уровням. То же самое относилось и к третьим X-Men. Пароли, полученные в них, можно было бы ввести в Clone Wars. Текст, который нам показывают между уровнями, Новак собирался озвучивать голосом. Это также не вошло в игру. Но она и так получилась замечательной и запомнилась мне в 90-е. Я снова прошел ее с удовольствием, чего и вам желаю. Всем пока. Это был Петр Семилетов с передачей «Турбо!»